Правила дорожного движения для самых маленьких. Запорожские гаишники провели спецурок для первоклассников 71-й гимназии. В игровой форме инспекторы напомнили ребятам о том, как те должны себя вести, переходя улицу, и где именно сидеть в салоне автомобиля. Урок в 71-й гимназии сотрудники горуправления ГАИ провели в рамках акции «Внимание, дети на дороге». Она началась в конце августа и продлится до последних чисел сентября. Аудитория – школьники. В данном случае это первые классы. По словам инспекторов, польза от таких профилактических мероприятий огромна. Данная акция именно способствует тому, что дети больше запоминают не только как в теории они услышат что-то, да, а они смогут на практике почувствовать, как и что вообще, что из себя представляет правила дорожного движения и как с этим справляться, можно так сказать. В программе лекция о правилах дорожного движения и викторина по этой же теме. Для участников гости приготовили призы. Впрочем, по словам педагогов, профилактическая работа здесь ведется постоянно, что тоже приносит свои плоды. За останні роки у нас не було випадків дорожніх травм за участю дітей. Я вважаю, що це головний показник. На урок ребята пришли подготовленными. Во всяком случае, основы правил дорожного движения первоклассники 71-й гимназии знают. Нельзя на красный свет идти, когда машины ездят. Нужно смотреть направо-налево. На красный нужно стоять, на желтый нужно готовиться, а на зеленый уже идти. Следующим учебным заведением, где пройдет такой урок, по словам сотрудников ГАИ, станет 109-й Запорожский лицей.